Купальный сезон в Сарове уже официально открыт. Для отдыха саровчан подготовили два пляжа – на Протяжке и на пруду Боровом, в границах плавания, обозначенных буйками. Купаться за буйками и в других водоемах запрещено. Халатное отношение к правилам безопасного поведения на воде может привести к трагическим последствиям, предупреждают спасатели. Погодные условия, которые наблюдались в мае, в настоящее время вода еще не прогрелась для комфортной температуры, которая позволяет безопасно проводить свой отдых. Поэтому в настоящее время при нахождении в воде нужно проявлять предельную осторожность. Также призываем проводить свой отдых только на специально оборудованных для купания местах, на пляжах, где осуществляют дежурство спасатели. В местах, разрешенных для купания, ежегодно проверяют дно, убирают посторонние предметы, одним словом, делают все, чтобы отдых горожан был максимально безопасен. Однако сами отдыхающие должны соблюдать несколько простых правил, которые сведут риски к минимуму. А именно, не заплывать за границы зоны купания, не подплывать к движущимся судам и лодкам, не нырять и не находиться долго под водой, не находиться подолгу в холодной воде. Ни в коем случае не купаться в состоянии алкогольного опьянения, так как в большинстве своем в летний период люди гибнут именно в состоянии алкогольного опьянения. Также призываем родителей ни в коем случае не оставлять своих детей одних у воды без присмотра во избежание возникновения трагических случаев. С начала лета на водоемах Нижегородской области погибло 10 человек, в том числе двое детей. Будьте осторожны.